Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как проходит осенний призыв? Об особенностях нынешней призывной кампании расскажет военный комиссар Самарской области Александр Даньшин. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как же в этом году стартовал очередной осенний призыв? И сразу хотелось бы обратить внимание, есть ли какие-то новшества, на которые стоит внимательно посмотреть и понять, что изменилось, или нет, или все как в прежнем году? С 1 октября на территории всей Российской Федерации, так же, как на территории Самарской области, стартовал осенний призыв. Значит, к этому осеннему призыву была проведена достаточно большая кропотливая работа. Это и по материально-техническому обеспечению призывной кампании, а также проведены учебно-методические сборы со всеми участниками этой призывной кампании. То есть мы подготовились к этому призыву достаточно достойно. Значит, подготовлен сборный пункт в области, завезено уже вещевое имущество, продовольствие, все необходимые документы оформлены, и мы с 1 октября приступили к проведению осенней призывной кампании. У нас на территории Самарской области действует сейчас 45 призывных кампаний районов. Вот. Сейчас они уже полный объем работают, уже порядка 12% мы уже призвали. Призыв у нас будет по закону продолжаться до 31 декабря. Угу. Вот. Отправки войска у нас начнутся где-то в конце октября, начало ноября. Вот. Планируем отправить до 5 воинских эшелонов на Дальний Восток. В остальном призывная кампания осенняя будет проводиться в том же правовом русле, который проводился весенняя призывная кампания. Особых изменений нет. Служить, значит, все так же год будут призывники. Все так же год будут. Кстати, вот как вы относитесь к такому сроку? Потому что в одно время были дискуссии, что кто-то говорил, что мало, кто-то хорошо, что год это вот очень, особенно для призывников и их родителей, хорошо. А вот вы как, с точки зрения эксперта-профессионала? Ну, конечно, год это достаточно малый срок. Но исходя из того, что у нас сейчас основной упор делается на то, чтобы у нас армия комплектуется по контракту, более там 60% планируется, что у нас будет контрактников, у нас многие части полностью комплектуются по контракту, вот, есть части, которые смешанные комплектования. Вот эта служба год, она в основном предназначена для того, чтобы нашим молодым ребятам, которые приходят в армию, дать основу прохождения воинской службы, чтобы они освоили те специальности и уже по завершению службы были зачислены в запас. Это наш мобилизационный резерв, который в случае необходимости будут призваны выполнять задачи. Понятно. Которые... Если говорить о количестве призывников, их в этом году сколько планируется отправить служить в армию? И вообще, вот как эта цифра комплектуется, набирается? От чего это зависит? От года в год она разная или нет? Или приблизительно всегда одинаковая? Ну, приблизительно она всегда одинаковая. Значит, это зависит от наличия призывных ресурсов. Значит, каждый это призыв, мы перед призывом проводится серьезный анализ, исходя из первоначальной постановки на воинский учет. Вы все знаете, что 17-летний юноша проходит первоначальную постановку на воинский учет. Там мы проходим предварительную медицинскую комиссию. Вот. У нас есть уже анализ, сколько поступает в высшее учебное заведение, в среднее учебное заведение, поступает, кто имеет право на срочку. Эта цифра, как говорится, выводится, и данную цифру мы защищаем перед предстоящим организацией. Понятно. Нашей. А что бывает, если вы не добираете или наоборот? А были ли случаи вот в вашей практике, что вы больше отправили, чем планировали вот в среднем? Призывников. Нет, такого не бывает. Нет, такого не бывает. Это если цифра определена. Бывает так, что есть такое понятие резерв генерального штаба. Он имеется и у нас, и он имеется в округе, он имеется в генеральном штабе. Этот резерв он может использоваться, может не использоваться. В зависимости от тех задач, которые стоят. Но, как правило, призыв, он выполнимый. Почему? Потому что если мы защищаем это, мы знаем, что мы должны этот призыв выполнить. Понятно. Вы уже упомянули студентов и высших, и средних учебных заведений. Напомните, пожалуйста, они какие имеют вот льготы, отсрочку? На что им ориентироваться? Ну, чтобы уже точно знать. Они у вас особым каким-то там идут списком. Да, конечно. Те, кто поступает
высшие учебные заведения, они на весь период прохождения учебы, им предоставляется отсрочка. Кроме того, что если после завершения обучения основного они отступят в адъюнктуру или в аспирантуру, то и тоже на это время дается отсрочка. Если защитят за это время кандидатскую диссертацию, то он тоже освобождается от армии. Кроме того, среднее учебное заведение тоже дает отсрочку на, до завершения учебы. За исключением вот в этом году еще 10, это ограничения, то есть те, которые поступили после 11 класса, ребята, в среднетехническое заведение, то им отсрочка дается до достижения 20-летнего возраста. С 1 декабря следующего года, с 1 января следующего года, эту отсрочку планируется убрать и дать им доучиться до конца, вне зависимости от возраста. Ну, конечно. Вот это хороший шаг навстречу, да, таким студентам. И по тем претендующим остаться служить в Самарской области. Вот кто на это может рассчитывать вообще? Есть ли, много ли желающих? И вообще, вот опять же, на ваш взгляд, эксперта, лучше служить вот здесь, вот близко к дому, к родному, или все-таки уезжать? И кто может вот получить такие привилегии? Взгляд не эксперта, это по моему понятию, конечно, лучше использовать это время, которое тебе дается, это посмотреть страну, вот, увидеть необъятные просторы нашей земли. Да и как-то проще служить, когда ты далеко от дома, нет таких это привязанностей. Да-да-да, и мама не носит пирожки. Вот, к счастью, у нас вот около набережной, да, вот есть там такая, рядом совсем. Хотя многие предпочитают служить все-таки рядом с домом. А кто может? Ну, в первую очередь, это женатые, кто имеет детей, имеет родителей, инвалидов или больные. То есть, в первую очередь, вот, рассматриваются они. У них есть такие привилегии. И относительно, всегда интересует такой медицинский аспект призывника, да, какой он сегодня. Какие заболевания, вот если вот описать современного молодого человека, парня, да, вот, среднестатистического, что сегодня не в порядке, вот когда проводятся общие осмотры, медосмотры призывников? Ну, я скажу, что из года в год степень годности на территории нашей Самарской области значительно повышается. Это говорит о том, что и к здоровому образу жизни нашей молодежи, сейчас у молодежи, да, больше обращается внимание, больше обращается физической подготовки. Вот, если сказать, что в прошлых годах у нас степень годности была 67, там, 68. То есть в этом году за весеннюю кампанию у нас степень годности уже 72%. Хотя средняя по России 69. То есть можно сказать, что здоровье нашего подрастающего поколения улучшается. На первом месте по болезням у нас стоит уже традиционно это заболевание костно-мышечной системы, то есть это сколиозы, всевозможные, плоскостопия и так далее. Вот. Но это, как говорится, вот компьютеры, сидячий образ жизни и так далее, дает о себе знать. Затем идут это, на втором месте это психиатрические заболевания. И на третьем месте, как всегда, это желудочно-кишечный тракт. А вот было такое понятие, несколько лет назад про это говорили, недовес, да, призывника, и что вот его даже отпускали, и если он поправится, то его призывали. Сейчас такое есть? Есть такое, есть. Но, как говорится, это не распространенное такое. Не очень много таких. Вот, но, тем не менее, есть недовес и есть перевес. У нас тоже есть такие ребята, которые по своим объемам просто это не позволяет им проходить службу. Теперь о желании самого призывника служить в какой-то определенной части, избрать вот военную специальность для себя, какую-то определенную, оно учитывается или нет? Вот как все выглядит это, как обстоит дело? Или все-таки, несмотря на пожелания, но мало ли кто кем хочет стать? Ну, конечно, пожелание учиться, но каждая специальность, каждое направление, род, вид, войск, он подразумевает, имеет определенные требования. Это к физическому развитию, морально-психологическим качествам, к возрасту, к образованию и так далее. Вот поэтому, если молодой человек желает служить в десанте, мы рассматриваем этот вопрос. Если он подходит по всем позициям, то мы стараемся, конечно, отправить его проходить в десант. А у нас, как правило, все хотят, в основная масса ребят, служить. Если служить, то десант, как спец,
на Азии и так далее. Очень много таких. А вообще части территориального, куда вот отправляются самарцы, они где расположены? Из области тоже призывники. Ну, есть же традиционно, да? Вот, ну, традиционно от Камчатки до Калининградской области. Нет такого, что вот Самарская область за собой такие резервирует подразделения. По всей территории. А в этом году вот военная тайна, если раскрывать, они куда отправятся? Уже известно? Точно так же, да, уже известно. Также, как я уже сказал, будет около 5 воинских эшелонов на Дальний Восток. Это я говорю, от Камчатки, и в том числе и в Калининградскую область будут. То есть у нас по всей России и в Москве будут, и везде. Да, ну как обычно, да, и в Москве президентский полк Самарской области тоже ежегодно представляет в количестве 15, да, по-моему? Да, где-то около 15. Не, она не меняется, всегда одинаково. Меняется, бывает больше, бывает меньше. Ну, где-то в этих пределах. Прошла информация о том, что несколько районных призывных, как это называется, районное отделение военкоматов, да, они сократились в этом году. В связи с чем прошло такое сокращение? Это тоже интересно, потому, о чем это говорит? Ну, еще сокращение не произошло. Мы еще в стадии реформирования, значит, есть директива. В этом году, к 1 декабря, мы сокращаем 4 военкомата. Ну, изменяются и мобилизационные ресурсы, изменяются задачи, которые стоят перед военкоматом. Ну, и плюс для того, чтобы как-то повысить заработную плату и гражданскому персоналу, тоже немаловажная вещь. Поэтому в этом году мы 4 военкомата ликвидируем, но в Тольятти был один военкомат на весь город. Это не позволяло эффективно решать те задачи, которые возложены. Все-таки большое количество населения для обслуживания было очень сложно, поэтому с 1 декабря будет 2 военкомата. Центральный и Центральный Комсомольский и второй военкомат в Заводской. Где-то убавилось, где-то прибавилось. Ну, в общем, это оптимизация, если одним словом назвать. Хочется поговорить о таком моральном аспекте. Опять же, вот несколько лет назад очень было много уклонистов и такой вот негатив к службе в армии. И у родителей, кстати, вот иногда кажется, что родители больше переживают, особенно вот мамы за службу в армии, чем сами вот молодые люди. Вот эта ситуация как-то меняется, и со стороны военкомата проводится такая работа? Или это, в принципе, вот само по себе так и идет? Вот такое отношение меняется? Ну, во-первых, отношение серьезно изменилось. Но это первое, то, что правительство, Министерство обороны уделяет сейчас очень большое внимание материально-техническому обеспечению войск. Изменилась форма одежды, достаточно добротная, питание. Если раньше солдаты готовили сами для себя, там, знаете, традиционные наряды в столовую, там, вне очереди и так далее, то сейчас это обслуживается гражданские организации, с кем заключен договор, то есть повара, там все это уже профессионалы работают. И солдат только остается заниматься боеподготовкой. Кроме того, как я уже сказал, материально-техническое обеспечение сейчас и в казарменный быт значительно улучшен. Сейчас и в основном это кубриковая система. Вот душевые комнаты оборудуются по приказу министра обороны. То есть вот эти моменты, они очень серьезно это позволяют ребятам проходить службу нормально. Это раз. А второе, то, что сейчас армия стала заниматься именно своим делом, боевой подготовкой. Это интересно, это не дают возможности, как говорится, и повышает дисциплину. Нет вот этой разгильдяйства, понятие такое, как дедовщина сейчас уже. Да, вот самое страшное было дедовщина. Она да. практически сейчас и отсутствует. Хотя я скажу, что есть и элементы неустановленных взаимоотношений, но это главное, что мы сейчас открыты и для прессы, и для, как говорится, постоянно под наблюдением и военной прокуратуры, и командиры сами сейчас очень много внимания уделяют и воспитанию, и поддержанию воинской дисциплины. Ну, от формы Юдашкина все-таки пришлось отказаться. Вот вы сказали, что гражданские там уже и готовят, и все. И была и форма новая, но вот опять же не подошла. А сегодня какая форма? Вот опять же, чтобы ориентироваться, не переживать. Ну, форма одежды, во-первых, сделана комфортная. Даже сейчас мы на сборном пункте уже переодеваем наших
ребят не в полевую форму, а одеваем уже в офисную, вот такая, как у меня, вот форма одежды, плюс это анораки. Если раньше вещевые мешки были, то сейчас это выдается сумка с определенными логотипами. То есть вот сейчас, вот, Александр Иванович, вы прибывает призывник вот в Сызрань, да, вот этот вот сборный призывной пункт, он в своей одежде, да? Или уже, да, вот, нет, как он, у вас, сразу генерал-полковник? С района военкомата, значит, прибывает в районный военкомат, там, значит, проверяют, выдают необходимые документы, садят в автобус, довозят до сборного пункта. На сборном пункте, значит, после приема его и определения в команду, вот, переодевает военную форму одежды. Вот, выдается ему, кроме формы одежды, выдается насессор, где... Это что такое? Ну, это все, начиная от бритвы, заканчивая ножиком, вот, иголками. Все это кремы для рук, как для губ. Для всего. Да, но это хорошо, потому что вот, особенно вот раньше, опять же, вспоминаю, пока ехал в поезде призывник, да, вот до той же Камчатки, да, кто болел, кто там еще что-то, а здесь все-таки уже все будет самое необходимое. Понятно. Значит, нужно в своей одежде до Сызрани, а там ее оставляешь и уже в военной форме. Значит, это в той форме, которую он приезжает, значит, это выдается каждому мешок, куда он складывает свою форму одежды, которую он приехал, пишет адрес, и районный военкомат уже доставляет и возвращает родителям эту форму одежды, если он от нее не отказывается. А можно, в принципе, какую-то использовать, которая не пригодится. Да. И относительно денежного обеспечения, как сегодня все это организовано, потому что тоже нужны молодому человеку какая-то сумма, хоть и небольшая, денег. Ну, значит, на сборном пункте каждому призывнику мы уже выдаем пластиковую карту, вот, на которую ему будет это перечисляться денежное довольствие. Значит, денежное довольствие у нас самое минимальное для солдата 2000. Если это сирота, то у него 3000. Но там в зависимости, если он будет уже на должности командира отделения, потом в зависимости от экипажной, там, если в танковом экипаже, на морфлоте, другие. То есть минимальное 2000, а потом уже в зависимости от квалификации и рода воздействия службы. Телефон тоже еще такое средство. Тоже остается вопрос, можно ли пользоваться, брать ли, не брать ли, а приедешь, там вдруг отнимут, и что дальше? И телефоны, значит, разрешается брать с собой. Но в каждой части, в зависимости от того распорядка, который установлен в части, этими телефонами можно будет пользоваться только в личное время. Поэтому определенный, это, ну, в каждой части по-своему. В некоторых приезжают, сдают телефоны, когда надо, забирают, у старшины выдают на какое-то время, звонят. В некоторых частях, которые, например, нет таких секретных моментов, значит, он и при нем находится. Но это зависит от той части, куда человек упадет служить. И еще интересна вот такая информация, если она открыта. Много ли призывников, которые уже ушли служить, возвращаются, ну, в силу каких-то негативных моментов? Вот обратно. Ну вот не дослуживают до конца, мобилизуются. Вот есть такая цифра какая-то вот за прошлые там? Значит, у нас это есть небольшое количество ребят. И вот главное, какие причины? Нет, причина по состоянию здоровья. Только по состоянию здоровья. Вот. В ходе прохождения службы выявляются те моменты по состоянию здоровья. Зачастую призывники не говорят это на призывных комиссиях о черепно-мозговых травмах, которые у него были, а при нагрузках, которые происходят в армии, это выявляется и опять направляется на медицинские комиссии, они комиссовываются, возвращаются. Но это единицы. Есть такой выбор у призывников, это альтернативная служба, но опять же, если проанализировать, не очень много желающих из года в год. В этом году увеличилось количество желающих или нет? У нас традиционно от 9 до 5 человек изъявляет желание проходить альтернативную службу. Вот. 4-5 человек проходят. Понятно. И что это вот? Они где проходят? Как-то меняются эти места? Да нет, как правило, службы. Это психоневрологические диспансеры, они там санитарами. Понятно. И такая, вы уже упомянули о контрактной службе. Скажите, пожалуйста, об условиях. Что ждет желающих служить по контракту?
Заинтересована ли область в наборе контрактников сегодня? И главное, в чем самый интерес, самое главное у самого контрактника вот в службе? Есть такой вот материальный он или какой? Ну, контракты, да, сейчас особая статья. Вот, это достаточно большая тема. Значит, контракт у нас сейчас занимается отделение по набору по контракту. Отделение существует? Да, отделение по набору по контракту. Вот, мы набираем в части, которые дислоцируются на территории Самарской области, а также в любые другие регионы, где, во-первых, тот человек, который захочет проходить службу, например, на Дальнем Востоке или там в морфлоте, мы эти вопросы рассматриваем при наличии вакантных мест, мы оформляем и отправляем для прохождения службы. Служба по контракту достаточно привлекательная, и я считаю, что очень интересная служба. Значит, первое, начнем с того, что по материальному обеспечению, значит, контрактник, поступая на службу, начинает получать это с 18, и уже так это цифра до 50-60 тысяч, в зависимости от его степени квалификации и продолжительности прохождения службы. То есть, с каждым годом проценты увеличиваются, потом по должности он занимает другую. Надбавки за сложность, напряженность, за секретность, ну, в зависимости от части. Даже есть такая надбавка за физическую подготовку. То есть, если он определенные нормы сдает, то до 100% увеличивается по денежному... Стимулируется таким образом. Стимулируется, да. Подготовка. Поэтому до 60 тысяч контрактник может, это, прослужив определенное количество лет, получать. Ну, как говорится, начинается все с 18 тысяч. Кроме того, самое главное, это, опять же, по материальному обеспечению. Министерство обороны – единственное министерство, которое предоставляет контрактникам квартиры. То есть, заключая второй контракт, вот, контрактник может уже заключить это... вступить в ипотечно-накопительную систему и, прослужив 6 лет, вот. Он может уже приобретать квартиру, а государство на протяжении дальнейшего службы будет гасить эту ипотеку. Понятно. А это вот с какого возраста можно стать контрактником и до какого? Есть ли возрастные рамки? Да, до 40 лет. Потому что сейчас вот услышали люди, какие привилегии существуют. Есть это, ну, во-первых, это прошедшую службу в армии. А, вот с чего нужно начинать. То есть, отслужив вот в обычной армии, нельзя стать контрактником, так получается? Нет, нельзя. Вот, контрактником может стать либо прослужив полсрока, то есть полгода в армии, и там уже заключить контракт. Либо отслужив армию, это придя сюда и здесь уже пойти на контракт. Единственное, кто может... поступить на контракт без прохождения службы в армии, это ребята, которые закончили высшее учебное заведение. Им предлагается альтернатива. Либо проходить службу по призыву год, либо проходить контрактную службу в течение двух лет. Понятно. И до какого это возраста можно? До 40 лет. А, до 40. Ну, довольно-таки, да, приличный возраст уже. Как выглядит работа вот призывной комиссии, если вернуться к тому, что сегодня проводится активная призывная кампания, вот призывнику что нужно, с чего начинать, как все это выглядит? Или ему все пришлют, повестку, и он уже дальше пойдет вот пошагово? Да, как каждому это, призывнику присылается повестка, где указано время и место, куда он должен прибыть на призывную комиссию. Придя на призывную комиссию, он проходит медицинскую комиссию, вот. Если у него выявляются какие-то заболевания или жалобы на те моменты, которые призывная комиссия не в состоянии проверить, он направляется на дополнительное медицинское свидетельствование в лечебные учреждения, где он получает заключение, после чего опять приходит на военно-врачебную комиссию. Пройдя военно-врачебную комиссию, документы представляются на призывную комиссию. Представитель призывной комиссии – это глава районной администрации, вот, куда входят это, представители правоохранительных органов и общественности, вот, это, и медики,
и представители военкомата. Каждый призывник на призывной комиссии рассматривает, во-первых, первое – это его здоровье, морально-психологическое состояние, это результаты тестирования, вот, какая группа годности у него. Потом выслушивается желание призывника, где он хочет проходить службу. И уже призывная комиссия определяет, куда, какую часть он будет направлен. И ему определяется срок, когда ему прибыть для отправки на сборный пункт. Понятно. Это бывает, это его призвали, это будет отправлен в войска через месяц, некоторых через неделю. То есть это в зависимости от того, потому что у нас отправки разнесены на весь период призыва, поэтому вот куда он попадет. До 15 декабря, да, вот, по-моему, я читала, что... По закону до 31 декабря. Я прочитала, что 15 декабря последняя отправка, нет? Или такое это, может быть? Или это предварительно пока? Нет, это для каждой области свои моменты. Если мы выполняем до 15 декабря, понятно, значит, до 15 декабря завершаем. Вообще по закону призыв продлевает, идет до 31 декабря. Да. И вот такой момент, конечно, мы не проговорили про это, уклонисты. Вот тот, кто начинает игнорировать, да, пришла повестка, не пошел, пришла там вторая, в дверь позвонили, не открыл. Что им грозит, вот уклонистам? Во-первых, и становится ли их меньше с каждым годом? Или их число растет? И что им грозит? Вот чего бояться-то? Я скажу, что уклонистов становится значительно меньше. Это, во-первых, это тот моральный климат у нас в обществе уже не подразумевает того, что как раньше было то, что ты если откосил от армии, то ты герой, там ты молодец, 105-10. Сейчас же на это общество смотрит по-другому. Следующий момент. То, что в армии стало служить интереснее, и материально-техническое обеспечение позволяет служить и проходить службу нормально, комфортно и становиться настоящим мужчиной. Вот. И третье, то, что сейчас и издан закон, то, что если ты не прошел службу в армии, вот, то ты не можешь проходить ни муниципальную службу, ни государственную службу, если без уважительных причин. Вот многие там у нас ребята, если были такие уклонисты, которые до 27 лет, ну, это тоже, конечно, представляете, с 18 до 27 лет прятаться, шарахаться от участкового, от тех, которые там могут за тобой прийти. Ну, это я не могу понять, конечно, этих людей, но, тем не менее, не были. 27 лет это достигал, они уже штыревым шагом шли в военкомат. И говорят, вот меня никто не оповещал и так далее. Ну, вот я знаю, что 27 лет я уже должен получить военный билет. Ему выдавался военный билет, и он становился на воинский учет. То теперь те, кто достигли 27-летнего возраста, но не проходили службу без уважительных причин, им выдается уже не военный билет, а справка с указанием то, что поставлен на воинский учет, не проходил службу в армии без уважительных на то причин. Вот. И с этой справкой он, в принципе, ни в одном государственном учреждении Ну да, и звучит даже как-то унизительно, так сказать. И вот последний вопрос, очень коротко. А кого не берут служить в армию? Вот с уголовным прошлым, с несколькими административными нарушениями. Такой призывник может попасть в армию или нет? Ну, есть это в законе судимых, те, которые не снятая судимость, мы не призываем. Так, ну это, здесь есть и позитивный момент, потому что не очень бы хотелось бы, да, чтобы превращалась армия в такой. Ну и буквально вот несколько секунд, вот самое ваше, может, такое пожелание будущим призывникам, которые вот в осенний призыв уйдут в армию, вот что самое главное, очень коротко, что можно им сказать? Самое главное, что ребята должны знать, что в армии их ждут, вот, для их жизни быта там все подготовлено, вот, и армии не надо бояться, как вот говорили, не надо бояться человека с ружьем. Вот. Да, спасибо. Очень замечательное завершение нашей беседы. Действительно, не надо бояться, нужно пробовать что-то новое в жизни. Спасибо вам, и спасибо вам за внимание. Всего хорошего, до свидания.